жучок. Он переезжает в травку. Я дурос не люблю. И пляжи здесь мне тоже не нравятся. Кусь. Пришел кусь. Завтра утром мы будем ехать уже в сторону дома, в сторону Украины. В Сербии мы остановимся в деревенском домике возле термальных источников. Мы завтра отсюда уезжаем. Мы приехали на Скадарское озеро. Надели специально ей шарфик, чтобы она не расчесывала. Здесь не жарко, да ничего, нормально. Ну что, теперь очередь Анаис. Она, по-моему, хочет выйти. Тая нас осчастливила своим заходом в озеро. Потом будете меня ждать, пока я буду высыпать. Ну, конечно. Да. Мы приехали на пляж в Дурес сейчас, и здесь ничего не изменилось за целый год. Я эти пляжи показывала вам ровно год назад. Здесь также спокойно сейчас. А мы были в июле, получается, и было, конечно, здесь намного больше людей. И мы ходили все время вот на этот пляж, где лесенки. Сейчас я вам покажу. Догоняй, догоняй! Вот этот выход. Мы здесь спускались в прошлом году. Алис, бери вещи, идем туда поближе. А почему? Алиса у нас первая зашла. Вода сегодня прохладная. Это просто трава. Я Дурес не люблю. И пляжи здесь мне тоже не нравятся. Просто сегодня случайно мы здесь оказались. Были в городе по делам. Ну и решили уже зайти на море, посмотреть, что изменилось за год. Не изменилось абсолютно ничего. Единственное, что сейчас... Не так много людей, как было в прошлом году, потому что в прошлом году мы были уже ближе к августу, в самый разгар сезона. Вот, а так все то же самое. Эти бесконечные пляжи, куча шезлонгов. Такое. Вон там порт Дуреса видно. Так уже, когда к воде попривыкнешь... Не сильно и холодно, кажется. Ступеньки илистые и очень скользкие. Алиса уже два раза свалилась. Отошли дальше от берега. И здесь уже дно такое песочное-песочное. Хорошее очень. Зашли купить курочку, а тут такой ужастик. Пришли попрощаться с морем до следующего года. Нашли вот такого жука-носорога огромного. Конечно, его надо сейчас в траву унести. Стой. Жучок. Он переезжает в травку. Мы его перенесли вот сюда. У него все нормально с лапками? Да. У нас сегодня последний день на море! У нас сегодня прощальный вечер в Големе. И мы ждем пиццу. Завтра утром мы будем ехать уже в сторону дома, в сторону Украины. Едем через Сербию, сделаем там остановочку на сутки в одном маленьком поселочке. Его я вам покажу позже. А едем через Черногорию. Албания, Черногория, потом Сербия.
Вот. И в Черногории, нет, наверное, не в Черногории, а в Албании. Хотим заехать на Скадарское озеро. Мы отдыхали там когда-то много лет назад, и оно очень теплое, очень красивое. И у нас есть время свободное, побудем там часиков 5 на пляже. Вот, ну что ты делаешь? В Сербии мы остановимся в деревенском домике возле термальных источников. Заказали 2 пиццы с морепродуктами и 1-4 сыра. В итоге нам принесли прошутто. Так, гулять так гулять последний вечер. Заказываем еще 4 сыра. Итого 3 пиццы получается. С собой в дорогу завтра возьмем. Будем на озере доедать. Папа, смотри, какое красивое платье у Алисы. Мы завтра отсюда уезжаем. Алиса тут приманила кусочками пиццы Бобика. И Бобик теперь не уходит отсюда. Нет, он больше не хочет пиццу. Все, мы тоже хотим пиццу, ты знаешь? Он уже много съел, хватит. А я ему попить. Пить ему даст хозяин. Пока я на кухне, пока я занята, коты проникли в мою комнату, на нашу кровать с Алисой, и они тут резвятся. Они знают, что у них запрет, и я не разрешаю гадить на моей кровати. И вот захожу я и вижу вот это вот. Ты что, наглая, Наоми? Это ты сюда пришла первая, да? Это кошмар. Сейчас вас всех на ночь отсюда я выпру. Естественно, потому что ночью с ними спать в комнате невозможно. Они резвятся, прыгают по голове, дерутся, друг друга кусают. И это дурдом, я не высыпаюсь, я закрываюсь от них. Кусь, пришел Кусь. Наоми, она есть нельзя. Все, мы уже собрались, едем на Скадарское озеро. Где коты? Один там. На улице. В смысле на улице? Ты что, его не держишь? Наоми, ты готова в путь? Все, ждем бабушку и выезжаем. Give me all you've got, if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. Мы приехали на Скадарское озеро. Здесь много различных участков, в принципе, где можно поплавать. Вот один из них со ступеньками. Мы посмотрим, пройдем дальше. Если там нормальный пляжик, то пойдем туда. А если нет, то останемся здесь. Вон там я машину поставила, и Тая с мамой пока там ждут, а я иду по берегу, посмотрю, где пляж нормальный. Нашли небольшой пляжик, правда, там 4 албанских ребенка очень громко кричат. Но у нас выбора нет, поэтому мы идем туда. Ты мне помогаешь кошечку нести? У Наоми у нас ошейник, потому что у нее ранка разодрала, и там прям вавка такая большая. И она дерет, и одели специальный шарфик, чтобы она не расчесывала. Если не жарко, то все. Да ничего, нормально. А зачем звонила? Про кому? А что это? От кого? С кожи.
так хорошо. Мы с Алисой решили поплавать. Мама, ты купила круассанчик? Круассанчик нет, сейчас пообедаем. Мы с тобой поедим картошку с мясом, потом будет круассанчик. Пляжик такой скрытый, хороший, но очень много местных с детьми. И они все шумят, кричат, визжат. Это вот сейчас из воды повыходили. А так вообще, конечно, капец. Я люблю места более потише. Не знаю, будет вам видно или нет, здесь такие рыбы прям вдоль камней по дну. Их очень много. Тая не оставляет идею искупать котов, но они, по-моему, валят подальше от воды. Ну что, теперь очередь Анаис. Она, по-моему, хочет выйти. Мам, это мой купальник. Сегодня, да. Ай, она мне села на лапу. Я решила, что плавать не буду, потому что мой купальник, который я хотела здесь случайно, сложили очень далеко. Поэтому... У нее есть другой. У нее есть другой. Да, и мне он не нравится. Чтобы надевать. Здесь, в районе Шкодера, на Скадарском озере, очень мало оборудованных пляжей. В основном все вот такое, неухоженное и дикое. Перекрикиваю албанских детей, потому что они кричат громче меня. Но здесь, неподалеку от этого места, есть Шкодер Лейк Резорт. Это такой кемпинг, и вот там вот есть понтон длинный, идет в озеро. Платишь 650 лек за вход со взрослого человека. И там, в принципе, такая цивилизованная, ухоженная территория. Есть шезлонги, которые входят в эту стоимость. Есть небольшой ресторанчик, оборудованный пляж. Ну, естественно, вот этот понтон с лесенками вниз. Вот, не знаю. Если у нас сегодня еще будет много лишнего времени, может быть, туда заедем, глянем вообще, как там. Ну, не обещаю пока. Алиса в лодке сидит, ждет обед. И Аниса. Такая красота, тишина наступила, небольшая, но тишина. Даже Тая сказала, что сейчас придет плавать, да? Да. Ты там не стоишь уже? Да. А сзади тебя вон там уточка плавает красивая такая. А где я стою? Тая нас осчастливила своим заходом в озеро. Потом будете меня ждать, пока я буду высыпать. Ну, конечно. Да. Даже бабушка решила тоже искупаться. А как так? Почему так? Ну, яма, это ж озера. Здесь сразу. Я вообще не плавала никогда. Только в Лебедевке в каком-то. Где еще? Подожди. Не помню, много где. А в Запорожье море или что? Река Днепр. Ну все, мы покидаем Албанию, едем сейчас к черногорской границе и затем 600 с чем-то километров всю ночь в дороге, и утром мы будем в Сербии. Тая пошла мне за кофе, Анаис смотрит. Где твоя подруга? Наоми? Наоми там дрыхнет. Анаис! В Сербии мы остановимся на полтора дня в одном очень классном месте, его я вам покажу в следующем выпуске. Баранчики звенят колокольчиками. Give me all you've got, if you're prepared to break the silence.